Впечатление, которое она оставляла своим пением, своими возможностями, совершенно ошеломительное. Природа наградила ее уникальными вокальными данными, а диапазон почти 3 октавы. Вот эта необыкновенная виртуозность, стратосферный верх. Невероятной красоты ее голос, который расцветал буквально в верхнем регистре. Этот яркий, фееричный, феноменальный голос проникал прямо в сердце всем, кто его слушал. Настоящая колоратурная сопрано века огромного поющего диапазона, неповторимая, лучезарная, воздушная, прекрасно чувствующая сцену актриса. Личность Евгении Семеновны как музыканта, как актрисы, она была настолько многогранной. 4 апреля 1957 года зал Киевского оперного театра был переполнен. Можно было подумать, что выступает какая-то знаменитость или зарубежный гастролер. Это был выпускной спектакль «Травиата» и одновременно дебют студентки 5-го курса Киевской консерватории Евгении Мирошниченко. А в директорской ложе места почетных гостей заняла дипломная комиссия во главе с Иваном Паторжинским. На этом дебюте Женя забыла цветок в гримерной, но не растерялась и перед тем, как пропеть «Дарю вам этот цветок», подошла к столику и попыталась вытащить один из бутафорского букета. Но не тут-то было, он был связан намертво. Тогда Владимир Тимохин, Альфред, рванул его сам и спас ситуацию. Комиссия была в восторге. Паторжинский сказал: «Из этой девушки будет толк. Сцена любит смелых». Идя на спектакле с Евгением Мирошниченко, будь то в 5-й или в 10-й раз та же Виолетта, Лючия, Розина или Манон, я никогда не знала, что я увижу. Это всегда было новое, свежее, какие-то нюансы, которые всегда добавляли новую краску в образ. И эта ее способность к импровизации, она была ее отличительной чертой, еще одной отличительной чертой ее таланта. И, конечно, ей было не очень легко с партнерами, которые это не подхватывали, и которым это было сложно. И в то же время она любила петь с теми, кто был с ней на одной волне. И я помню, как в одном из спектаклей «Травиата» один из ее партнеров пропустил несколько своих реплик, потому что она обошла стол слева, а не справа. Очень часто рассказывала, что меняла свои какие-то мизансцены, которые были поставлены режиссером, но в итоге режиссеры соглашались с этим, потому что это было живое, это было естественное пребывание на сцене, да, это был настоящий образ, и в этой ситуации тогда уже не важно, ты пошел влево или вправо. В этом плане Евгения Семеновна очень любила работать с теми певцами, которые были готовы тоже на импровизацию. В 1943 году, сразу после освобождения Украины, Женя стала учащейся Харьковского специального ремесленного училища. Она вспоминает об этом. «К нам в село из районного Волчанска направили инспектора, который вместе с главой сельсовета входили по домам, из которых отцы не вернулись с фронта, и предлагали отправить детей на учебу в Харьков. Мама решила отправить меня и старшую сестру Люсю. Младшая Зоя оставалась в селе. Всего учились 570 девочек. В комнате по 9-10 человек. У каждого металлическая кровать, тумбочка. Структура и дисциплина была почти военная. Выходили только по специальному разрешению. Кстати, моя сестра Люся не выдержала такого режима и через 7 месяцев сбежала обратно домой. Руководство училища пошило нам форму черного цвета с петличками со знаками разводного ключа и молотка. Купили всем шинели, чулки, платья, сапоги, рубашки. Как-то нас собрали и начали спрашивать, кто чем хотел бы заниматься после учебы в свободное время. Вважаю себе щасливою, що я народилася, виросла, вивчилася і стала ким я є у той части. Крылаті, чорні очі, дівочі, буду шукати під зорями темної ночі. Я виглядаю тебе, молода струна, серцем шукаю, ти нам у світі одна. Ворона стане, той любий раді свічна, маленьке кохання, навіки зізнає нас. Ее путь, ее происхождение и весь путь, который она прошла, он, наверное, был бы невозможен в любом другом окружении и при любом другом строе. Может быть, в отличие от многих, но ей как раз помогло выйти на этот путь и достичь тех вершин, которых она достигла, становясь вровень с ее современниками, певцами и мировой оперной сцены. Хорошее было время, тогда мы были едины, чудные, добрые, искренние, может быть, несколько наивные, но чудесной страной. Когда в 1947 году только окончилась война, и был первый смотр художественно-самодеятельных коллективов, трудовых резервов со всего Советского Союза, и в Большом театре каждая республика показывала своих детей талантливых. Вот я и в Москве. Сегодня выступаю в Большом театре. Волнуюсь ужасно. Буду петь арию Джильды. Послушайте ее. Кто эта девушка? Откуда она? Это Женя Мирошниченко из Киева, воспитанница ремесленного училища. Послушайте ее на сцене Большого театра. Конечно. Включая настоящее время. Заключительный концерт проходил в Большом театре. Воспитательницы были такие смешные, они почему-то решили, что мне перед выступлением нужно петь сырые яйца. И прямо перед концертом принесли большую тарелку яиц. Мы с девчонками сразу их разбили, но хватило ума отделить желтки от белков. И белками мы смазали сапожки, чтобы они блестели. Но блестели они до первой пыли, после чего стали просто серыми. Зато объелись гоголя-моголя. Выйдя на сцену и стоя за кулисами в ожидании своего выхода, я кончиком занавеса протерла свои сапожки. И тут услышала за спиной: «Боже мой, деточка, какое святотатство!» Оборачиваюсь и вижу красивого мужчину в костюме с бабочкой. Увидела его, испугалась и убежала. Но его светлый облик запомнила надолго. Позже встречалась с ним на разных концертах. Это был Сергей Яковлевич Лемешев. Откуда появлялись у нее эти краски, откуда у нее появлялась эта совершенно уникальная интерпретация? В 1951 году меня пригласили снова в Киев на праздничный концерт. Тогда их было много. Я пела «Две ласточки», «Гандзю» и даже «Джильду». На нем меня услышал дирижер Климов, тогда директор Киевской консерватории. Он сказал, что мне надо профессионально учиться пению, и позвал меня на прослушивание в консерваторию. Меня слушала почти вся вокальная кафедра, и я спела почти все, что знала. И вот после этого я услышала: «Приходи на занятия». Она была так прекрасно научена, была очень требовательна к себе. Вечерами перед спектаклем или концертом всегда брала клавир, ноты и повторяла текст, иногда даже засыпая с ними. То, что я слышал, это было совершенно изумительно. Для нее, для ее голоса, выдающегося голоса, не было трудностей в нашем вокальном искусстве. Она делала все, что она хотела, и с музыкальной точки зрения, и с вокальной точки зрения. сожалению, меня взял себе в класс Дмитрий Юрьевич Евтушенко, в то время заведующий вокальной кафедрой. Я пришла к нему один раз, другой. Честно скажу, что даже не помню этих занятий. В то же время я много слышала, что лучшего преподавателя для высоких женских голосов, чем Мария Эдуардовна Тессейр, нет. И я набралась храбрости и написала заявление, что прошу перевести меня к Марии Эдуардовне. Интересно, что когда я к ней пришла, у меня было ощущение, что я давно ее знаю. Атмосфера в классе была благожелательно требовательной. Внимание! У тебя нота западает. Надо же все время думать о том, что надо подготовлять голосовой аппарат. Это же не рояль, у которого все готово, пожалуйста. Колоратуры должны быть выше, звонче, яснее, острее немножко. Помни, ты артистка, должна владеть своими нервами и настроением, так же, как голосом и дыханием. Ласточками за морей пора лететь в свою страну. Им очень хочется скорей встречать на родине весну. Через моря взмахнув крылом. В течение всего периода моей учебы я знала, что не тяну по теоретическим дисциплинам. Развивалась я стихийно и сумбурно, но осознавала, что если буду хорошо петь, то голос меня вывезет. Это было именно то дело, которое я понимала и которое у меня хорошо получалось. И еще меня спасало то, что я много читала. Это сделало меня воспитанной и образованной. Все годы в консерватории повторялся один и тот же сценарий. Меня то выгоняли, то опять восстанавливали. Помню, что в конце одного из курсов мы сдавали один из экзаменов, вдруг идет Евтушенко. Кстати, много лет уже спустя, анализируя и вспоминая, я могу сказать, что и после того, как я ушла из класса Евтушенко, все наши знакомые считали меня талантливой. Но только не он. Он меня вообще не замечал. А тут вдруг остановился и говорит: «Мирошниченко, а что это вы здесь делаете?» Я говорю: «Экзамен сдаю». А он мне: «А вы можете и не сдавать, вы все равно диплом не получите, у вас аттестата за 10 классов нет». Я подумала: ну и не надо, развернулась и ушла. Но был тогда такой гречуха Михаил Сергеевич, председатель Верховного Совета. И вот после одного из правительственных концертов он поинтересовался: «А где Мирошниченко?» «Выгнали из консерватории», ему отвечают. «Почему?» «А она плохо учится». И тогда он вызвал меня и сказал: «Если ты думаешь, что твой голос и талант принадлежит только тебе, то ты ошибаешься. Он принадлежит народу. Возвращайся в консерваторию». Экзаменационная комиссия так оценила возможности студентки 4-го курса. Тембр очень хороший, диапазон исключительно большой, сила большая, слух, ритм и музыкальная память прекрасные, исполнительские способности очень хорошие. Голос теплый, с природной подвижностью. Казалось, что ей подвластно абсолютно все. Сейчас так не поют. Ее педагог Мария Эдуардовна Тессейр, которая требовала от нее ежедневных занятий, не оглядываясь на настроение, на здоровье, говорила, что голос будет звучать в те дни, когда не будет ни спектакля, ни концерта. И поэтому держать голос нужно в тонусе ежедневно. Когда я стал слушать записи выдающейся итальянской певицы, которую называли Карузо в юбке, Луизы Тетраццини, я понимал, что ее творчество истоками своими уходит именно туда. И это не случайно. Уже позже я узнал, что Мария Эдуардовна Тессейр, которая была ее вокальным педагогом, ее учителем любимым, училась в Италии в начале 20 века, именно в годы расцвета Тетраццини. И училась она у итальянских педагогов. Она начинала учиться в Киеве, потом она продолжала в Варшаве, и только потом она уехала в Милан. Несомненно, вот эта связь с итальянской вокальной школой сыграла огромную роль в становлении Евгении Семеновны Мирошниченко. Распевалась Женя всегда, начиная с маленьких упражнений, от 3-5 нот, и помогала себе сама. А потом я садилась за инструмент, и тогда уже эти упражнения были длинными, на 2-2,5 октавы. После победы на конкурсе в Тулузе Евгения Мирошниченко окунулась в интенсивную работу в театре. Новые партии, спектакли, концерты, гастроли. Однажды после возвращения из длительной гастрольной поездки в Китай ее вызвал директор театра Виктор Петрович Гонтарь и сообщил, что она направляется на стажировку в Италию в театр «Ла Скала». «Нас было 7 человек», – вспоминает Евгения Семеновна. В театре мы занимались 2 раза в день, утром и вечером. Остальное время посещали репетиции и спектакли. Она описала свое пребывание подробнее в письме. «Я занимаюсь у сеньоры Эльвиры де Идальго. Это очень хорошая в свое время была певица и даже, между прочим, пела и в Киеве. Но это, кажется, было до революции. Она была колоратурная сопрано, сейчас она очень знаменитый педагог. Ее ученица Мария Каллас. Вы, наверное, слушали эту чудесную певицу. Учу оперу Доницетти, Лючия де Мермур. Учу, и в голове у меня зародилась дерзкая мысль просить Виктора Петровича поставить ее у нас. 3 действия, неимоверно красивая музыка, потрясающие партии. Какое у меня впечатление от Италии и людей, мы еще так мало видели, потому что окунулись сразу в работу. Планируется наше пребывание здесь на 1 год. На сцене мы не пели, и будем ли петь, неизвестно. Здесь план репертуарный очень строгий и планируется сразу на сезон. Здесь главным образом поют только гастролеры. Постоянной труппы нет. Слушали здесь несколько спектаклей. Театр красавец, оркестр и дирижеры очень хорошие. И, конечно, поют на этой сцене очень немногие, лучшие из лучших. Ну а как там мой театр? Скучаю я очень, должна вам сказать». Ну вот и все. Всем мой сердечный привет и самые лучшие пожелания. Мой адрес: сеньора Евгения Мирошниченко, кантанте советика, театро Алла Скала, Милану, Италия. Понятно, что Советский Союз был отгорожен от Запада железным занавесом, но тем не менее на ее долю выпало, наверное, радость и счастье. Она была в первой группе стажеров, певцов из Советского Союза, которые приехали в Миланский театр «Ла Скала» на стажировку. Причем стажировку не короткую, а очень длинную. Евгения Семеновна провела в «Ла Скала» весь 1961 год, будучи там вместе, например, с Тамарой Андреевной Милашкиной из Большого театра и с Аллой Соленковой. И училась она там, усовершенствовалась, точнее, не у кого-нибудь, а у Эльвиры де Идальго, знаменитой испанской колоратуры, которая, в свою очередь, была учителем легендарной Марии Каллас. И вот, казалось бы, такие отдаленные фигуры друг от друга, Луиза Тетраццини, Тессейр, Эльвира де Идальго, Каллас, Евгения Семеновна Мирошниченко. Но вот все они как бы завязаны в эту культуру, в эту эстетику и методику итальянской вокальной школы. Именно там, в Италии, я впервые услышала оперу «Лючия де ла Мермур». Ее тогда ставили в Ла Скала и пела Джоан Садерленд. Мне очень понравилась партия Лючии, и я написала в Киев Гонтарю. Вскоре он сообщил мне, что оперу включили в репертуар театра. Я его убедила. И написал, чтобы я выучила в Италии партию Лючии, и мы приступили к работе. Без преувеличения над образом Лючии я работала всю свою жизнь. Когда я только начинала работать над ним, я попросила главного психиатра Киевской больницы разрешить мне посмотреть на его пациентов. Но он ответил мне, что это может сбить меня с правильного пути, и дал посмотреть только альбомы с фотографиями, фиксировавшими жесты душевно больных, заметив при этом, что моя героиня должна выглядеть эстетично. Я над этим очень много работала. Образ Лючии был неизменным по сути, но на каждом спектакле у меня был другой образный ряд. Я никогда не пела и не играла одинаково. За это на меня некоторые партнеры обижались. Я их постоянно держала в напряжении. Они никогда не знали, что я буду делать. Они должны были чувствовать меня. Впервые я увидела Евгению Мирошниченко в спектакле Киевского оперного театра «Лючия де ла Мермур». Мне было тогда 16 лет. Если бы я знала, что этот спектакль перевернет всю мою жизнь, это ошеломляющее впечатление, помню до сих пор. Оно, конечно, накапливалось постепенно и достигло своей кульминации в сцене сумасшествия, когда меня подхватила эта волна эмоций и музыки, божественного пения, которая шла со сцены снизу, а я стояла на втором ярусе, потому что свободных мест не было. И с этого момента я старалась не пропускать ни одного ее спектакля, насколько это было возможно. Я в первый раз услышал Евгению Семеновну в 1976 году, будучи совсем-совсем юным, начинающим любителем оперного и вокального искусства. Мы с моим папой приехали в Москву, и в эти дни в Москве гастролировала Державная опера, Государственная опера Украины, в Большом театре, вот рядом с которым мы сейчас стоим. И мне удалось достать билеты на оперу Доницетти «Лючия де ла Мермур», где за главную роль пела Евгения Семеновна. А это была ее коронная партия, одна из самых любимых, наряду с «Травиатой». Вечер был чрезвычайно волнующий. Я помню, вот физически помню эту серебристость ее голоса и необыкновенную легкость. Безусловно, это выдающийся, уникальный голос, замечательное, настоящее, вдохновенное исполнение любой вещи, за которую она не бралась бы. Я помню то эмоциональное воздействие, которое произвела на меня сцена «Лючия с Энрико Анатолием Мокренко», когда она проползла всю сцену по диагонали на коленях. Сцена сама по себе драматична и очень кульминационная по музыке и по сценическому воздействию. И этот штрих новый, который она внесла в спектакль, он добавил, конечно, еще более сильную эмоциональную нотку. И это было потрясение. И Анатолий Мокренко потом неоднократно упоминал это в своих интервью. «Лючия де Ламермур» – это ее звездная партия. Партия, с которой она блистала за рубежом. В Германии были гастроли, и там были восторженные рецензии. Это, конечно, было потрясающее впечатление, потому что мастерство, высший совершенно уровень мастерства. Концертов было много. Ездили не только по стране. Были в европейских странах, и это была Германия, Болгария. Часто Евгению Семеновну приглашали на концерты в Москву. Ее там очень любили. Последние годы с нами в концертах часто принимал участие великолепнейший флейтист Владимир Антонов. Их дуэт был потрясающим. Особенно в арии «Лючии де Ламермур» после знаменитой каденции аплодисменты не смолкали очень долгое время. Были у нас выезды и в экзотические страны, например, Афганистан и Индия. В Индии один из концертов был в горах, в селении Нагаре, там, где когда-то жил и творил Николай Рерих. Так как это горы, конечно же, концертного зала там не было, а была такая летняя эстрада. Я сразу же бросилась искать, а где инструмент. Обратилась к такому местному жителю, который считался знатоком русского языка, потому что он когда-то был в Москве. И когда я ему задавала вопрос, где инструмент, он говорит: будет. Но инструмента мы так и не дождались. И пришлось Жене с Антоновым работать этот концерт самим, без меня. На счастье, у Евгении Семеновны большой был репертуар всяких соловьев, соловушек. Публика была в восторге. Принимали с таким воодушевлением, кричали, свистели. Партию фортепиано исполняет Ольга Нечипаренко. В 80-х годах мы с Евгенией Семеновной поехали в Алма-Ата, где ее супруг Владимир Владимирович Бегма ставил в то время спектакль «Кармина Бурана». А у Евгении Семеновны было два спектакля «Риголетто», где герцога пел Анатолий Борисович Соловьяненко. И после этих двух спектаклей было два концерта. Прекрасно прошли спектакли, великолепно прошел концерт. И в конце, когда уже основная программа была спета, пришло время бесов. И из публики посыпались заказы. «Соловей Лябьева! Соловей Кокоса Анатольского!» И вдруг на то Женя: «Хватит! Этих соловьев я пою с 14 лет, и слушать вы их можете по радио, по телевидению. А теперь я вам спою сентиментальный вальс Чайковского». И спела его замечательно. Она очень любила это произведение и всегда с большим успехом его пела. Повторить никто не мог. И потом отношение, самоотношение к делу своему, к искусству. Искусство на первом месте, а потом все остальное. Ее репертуар включал в себя самого высокого требования от певицы, которому, пожалуй, она единственная соответствовала. Это огромный диапазон с ставными нотами, ее прекрасные внешние и внутренний мир, ее колоссальные актерские данные. Это все людям очень импонировало, очень любили ее. Вплоть до того, что некоторые колоратурные сопрано даже уезжали из театра, когда ставились такие спектакли, где она блистала. Им легче было уехать, чем потерпеть поражение, не исправлявшись с такими партиями, как «Лякме», «Шамаханская царица», «Царица ночи», «Венера в Энеиде», «Розина», «Соловей», «Сказка Венского леса», где она блистала, как никто. Уже не говоря о Лючии, Джильде, Травиате, где она блистала, как актриса. И это, конечно, зрителей просто потрясали. Прежде всего, конечно, для меня это огромная честь быть вот в таком, в определенном смысле, наследницей Мирошниченко в ее репертуаре. Будучи колоратурным сопрано, я, конечно, обязана поддерживать те традиции, которые заложила Евгения Семеновна. Здравствуйте. Давайте сфотографируем. Вспоминая сегодня спектакль, который был посвящен юбилею 75-летнему Евгении Семеновне, и если перебросить мостик вот в сегодняшний спектакль, то, конечно, между этими двумя событиями целая жизнь практически на сцене. Если тогда хотелось подражать, то сегодня ты понимаешь, что единственный путь к успеху – это открыть самого себя через ее школу, через те вещи, которым она учила, с абсолютно такой открытой душой и сердцем. Жива память о Евгении Семеновне. Есть еще живы те люди, которые наслаждались ее искусством вживую. И все равно такого уровня ты никогда не достигнешь. Она моментально схватывала суть произведения, суть каждой фразы. Даже сегодня я боюсь прикоснуться к каким-то произведениям, которые для меня стали абсолютным эталоном в исполнении Евгении Семеновны. Например, концерт Глиера для голоса с оркестром. У меня вот эта музыка вызывает какой-то особенный трепет, чрезвычайное уважение вот перед тем уровнем, который Евгения Семеновна показывает в этом музыке. Для меня это некая музыка, которую я воспринимаю только в исполнении Евгении Семеновны. И я понимаю где-то, наверное, подспудно, что никто лучше нее эту музыку не сможет постичь и передать именно то, что хотел композитор. Ведь недаром, кстати, этот концерт, когда был исполнен на юбилее Гливера, Евгения Семеновна, вот по ее рассказам, получила сообщение от сестер Глиера, и они попросили именно ее исполнить этот концерт на его юбилейном концерте, потому что сам композитор считал, что ничего лучше этого исполнения он не слышал. Я больше в жизни такой свободы пения уже не слышал. Очень яркий полетный голос, голос светлый. Техника, особенно виртуозная техника, необыкновенно развита, и педагоги ее, прежде всего, Донецкая, Тессейр, уделяли этому огромное влияние. Евгения Семеновна в 75 лет показывала голосом в классе, как нужно петь, и вставляла такие высокие ноты, настолько они были сильные, настолько была в них яркость, энергия, искрометность. Звучность, полетность. Силу. Вся личность Евгении Семеновны была выражена в ее голосе. И этот сказочный совершенно тембр именно на самых верхних головокружительных нотах, благодаря которым, кстати, она и вошла в историю как обладательница вот таких высоких нот. Таких было всего несколько в истории вокального искусства, в том числе и Евгения Мирошниченко. Но, конечно, дело не только в этом. Тут еще и сочетание с природным сценическим дарованием, которое дарило эти незабываемые минуты и зрителям. Жизнь столкнулась с Евгенией Семеновной более тесно. Произошло это таким образом. В Киеве, когда поставили оперу моего мужа, поставил эту оперу молодой режиссер, он фактически был дебютантом, Владимир Бегма. После успешной премьеры этой оперы, которая называлась «Мамаи», я увидела уже Евгению Семеновну в таком приватном как бы общении. Вот она, конечно, была всегда звезда любого общества. Везде, где она появлялась, конечно, все внимание сразу на ней. Владимир Бегма подружился с моим мужем, и он стал ему говорить: напиши для такой примадонны, для такой замечательной певицы, напиши какое-то произведение интересное. Ну и так вышло, что как раз нашли сюжет очень интересный. Это была новелла от французского писателя Анри Барбюса, которая называлась «Нежность» или «Письма любви». Это была такая очень трогательная история женщины, которая пишет письма своему возлюбленному на следующий день после того, как они расстались навсегда. И вот в течение 20 лет мужчина получает время от времени от нее такие письма. Она говорит, что адрес никогда не будет он знать обратный, то есть ответить он ей не может, но у него ощущение того, что она есть и она живет. И только через 20 лет в последнем письме своем она признается, что она жить без него не могла, что она покончила с собой, и все эти письма она сделала таким образом, чтобы он получал уже как бы после ее смерти. Вот такая история «Письма любви» или «Нежность» произведения, которое полностью обязано было, конечно, Евгении Семеновне, потому что писала специально для нее с расчетом на ее голос. И она готова была вот такое сложное современное произведение выучить. Она его действительно выучила, и состоялся спектакль. И была такая успешная постановка. Режиссер Владимир Бегма. Там довольно сложный современный музыкальный язык. И можно сказать, что это произведение, которое оказалось в биографии моего мужа, композитора Губаренко, самым успешным. Он вообще написал 13 опер, но наибольший успех выпал именно на вот монооперу «Письма любви». Тогда был такой небольшой конфликт, который тоже очень показательный для взаимоотношений вот певицы и композитора. Дело в том, что композитор написал такое драматическое довольно произведение и не во всем учел особенности такого легкого, воздушного, колоратурного голоса Евгении Семеновны. И, конечно, когда она исполняла это произведение, она по-своему интерпретировала. Что-то она изменила, какие-то она добавила, какие-то акценты. Композитор при жизни критиковал ее исполнение, ему не все нравилось. А когда вот сейчас я послушала снова, я поняла, как замечательно, что это совершенно гениальное исполнение, что она настолько нашла там свой какой-то, свое ощущение, настолько она прониклась вот в это состояние женщины, которая пишет, якобы воображает свою жизнь в течение 20 лет без своего возлюбленного, а на самом деле она в это время уже готовится уйти в иной мир. Вот она это так почувствовала, так передала. Просто замечательно мне. Ну, а композитор до этого уже услышал это произведение в другом исполнении, в исполнении другой певицы, потому что премьера состоялась на сцене филармонии. И получилось так, что изначально должен был посвятить эту монооперу Евгении Семеновне. И так это и было, и так в программке было написано «Посвящается Евгении Мирошниченко». А потом, когда клавир вышел, он посвятил вот той первой певице Валентине Соколик, которая исполнила это произведение впервые. Ну и, казалось бы, на этом должны были навсегда прерваться отношения, потому что, конечно, такая примадонна, как Евгения Семеновна, простить, наверное, такого было не очень легко такое. Но она, к чести ей сказать, Владимира Бегма, который уже стал ее мужем, они, в общем-то, правильно к этому отнеслись, правильно поняли, и отношения не прервались, отношения продолжались. Мало того, когда уже после смерти моего мужа, когда в театре восстанавливали этот спектакль, и тогда готовила эту монооперу ученица Евгении Семеновны Оксана Терещенко. И Евгения Семеновна самое горячее участие приняла тогда в подготовке этого спектакля. Она фактически благословила свою ученицу и, в общем-то, так сказать, непосредственно эстафету передала. Открывая ноты, она чувствовала, о чем это. Да? Она вот сразу считывала вот этот как бы код композиторский и привносила сразу же свое отношение. Дали мне партию «Манон леском осне». Мы еще тогда не были близко знакомы, но ей кто-то сказал, что стоит послушать меня в этом спектакле, и она в течение репетиционного периода даже не разговаривала со мной, так ревновала к этой партии. Но когда в спектакле она послушала меня, и после спектакля позволила себе, как народная артистка, уже завоявшая всего, чего только можно было, пришла к молодой певице ко мне в гримуборной, буквально забежала в гримуборной ко мне, бросила на стол передо мной огромного букет роз, желтых роз, и при всех начала хвалить плоть, что у меня, значит, лучше получилось, чем у нее. Я не могла слова вымолвить. Так была потрясена ее поведением, я этого не ожидала. И тем более, что совершенно другое говорили мне о ней, как она себя с молодыми вела. Никак не могла поверить своим ушам. Ну и потом перешли мы на то, что начали обсуждать, какие же места у меня лучше получились, чем у нее. И кончилось это с тем, что мы к 12 часам ночи оказались у меня дома. Пожалуй, с этого момента я не пропускала ни одного ее спектакля. И она тоже старалась находить время для моих спектаклей. Потом мы оказались соседями по лестничной клетке в правительственном доме. И когда меня постигла огромное горе, боли, болезнь и гибель моего самого дорогого человека на свете, супруга Стефана Васильевича Турчака, она не оставляла меня одну никогда в моем горе. Опера украинского советского композитора Георгия Майборды «Милана». Дирижер Стефан Турчак. Поет Евгения Мирошниченко. Теплые взаимоотношения сложились у меня с дирижерами, особенно со Стефаном Турчаком. Он был человеком высоких душевных качеств. Мы вместе с ним как будто дышали одним воздухом. У него была врожденная культура общения. Я ужасно рад, что мне удалось послушать ее несколько раз и на оперной сцене, и на концертной эстраде, встретиться с ней лично в работе и работать с ее учениками. И я лично с ней встречался. Один раз мы организовывали в Большом театре концерт, и это был концерт, в котором приняли участие все выдающиеся силы русского музыкального театра. Прошу прощения, советского музыкального театра. Ну, просто как пример. Открывала концерт Ирина Архипова, закрывала Ирина Образцова. И своего сивильского цирюльника опять пела Евгения Семеновна Мирошниченко наряду со своими коллегами. В ансамбле с ней выступали Артур Эйзен, Леонид Сметанников, Булат Минджелкиев. Представляете, какие силы мы тогда собрали. И в сивильском цирюльнике же я явил спектакль Большого театра. Правда, это было на сцене Кремлевского дворца съездов. Все контакты с западными сценами, с западными импресарио они осуществлялись через госконцерт. Это всегда тоже было очень-очень непросто. Очень жалко, что в это время, так сказать, не было всемирных выставок, где могли бы быть продемонстрированы такие выдающиеся голоса, как вот, например, у Женечки. Жаль это, жаль, конечно. Она могла бы украсить любую самую высокую мировую сцену. Я уверен, что за ней бы гонялись и дирижеры, и режиссеры, и все любые музыканты, желая быть в ней вместе в ансамбле. в любом виде исполнения. Вот этот строй, который, вот эта система, которая вывела ее на этот путь и на вершину, она же ее и ограничила в тех возможностях, которые были у других, а у нее не было. Это прежде всего возможности свободного выезда, свободного взаимодействия с партнерами, свободного получения нужных контрактов, необходимых ей контрактов. Это возможности расширения репертуара, который был у нее очень-очень ограничен. Она за всю свою многолетнюю, более 3 десятков лет выступления на оперных сценах, спела всего лишь 15 партий. И это, конечно, очень мало даже для такого голоса с ограниченным репертуаром, как колоратурная сопрано. Когда был крах Советского Союза, это совпало с концом ее певческой карьеры. Руководящим людям, да и всей стране, наверное, было не до оперы. Поэтому как бы ее последние годы были не очень веселыми. И, может быть, какие-то свои мечты она не смогла осуществить. Но теперь они воплощаются в пении ее многочисленных учеников, среди которых очень много блестящих певцов, которые сейчас украшают интернациональные сцены. Это была большая честь учиться у нее в классе. И когда она сама пригласила меня перевестись к ней в класс, для меня это было судьбоносно. Женя воспитывал артиста. Артиста, который мог собраться в любой момент. Евгения Семеновна спела последний спектакль на очень высоком уровне и после этого поставила такую хорошую точку. Это было очень, я бы сказала, это царский был такой уход со сцены. И несмотря на то, что, конечно же, уже чувствовалось, что и возраст, и все, но это как бы никак не отразилось на впечатлении от этого спектакля. Теплые дружеские отношения связывали Евгению Мирошниченко и Елизавету Чавдар. И это несмотря на то, что они были певицами одного амплуа и на протяжении более 10 лет пели на одной сцене практически один и тот же репертуар. Их отношения скреплялись мудростью и добротой Елизаветы Чавдар и легким, отзывчивым характером Евгении Мирошниченко. Это был редкий пример театральной дружбы и настоящих искренних отношений. Именно Елизавета Чавдар, будучи заведующей вокальной кафедрой в Киевской консерватории, позвала Евгению Семеновну преподавать и на ее неуверенные возражения сказала: «У тебя получится». Она была очень серьезным, глубоким человеком, и это, конечно же, сказалось в ее педагогической работе. Она оказалась прекрасный педагог. И вот это свидетельством этого можно считать ее замечательных учеников. Вот я назвала Оксану Терещенко, Сусану Чекоян и, безусловно, Лена Белкина, которая сейчас звезда европейская. Могу вспомнить концерт ее класса ее учеников. Она замечательно готовила такие концерты, она своих девочек воспитывала достаточно строго в смысле внешности, то есть она говорила, что певица и актриса, она должна быть безупречна во всем. Ну и очень интересно, что я была на этом концерте, мне он очень понравился. Потом я в коридоре уже, мы тут вместе работали, я ее встретила и на ходу так. И говорю: «Женечка, я поздравляю, такой был прекрасный концерт. Слушай, скажи, у тебя какой-то, наверное, есть секрет свой. Что ты делаешь с ними, что они так поют у тебя?» Она так на меня с юмором посмотрела и сказала: «Как, что я делаю? Я их бью!» И пошла дальше. Вот это типичная Женя. Была такая история, что на одном из концертов класса в Доме актера, где я пела роман с Полиной из оперы «Пиковой дамы». Кстати, Евгения Семеновна очень любила, как я пою Чайковского, потому что она говорила, что Чайковского нужно не только петь, но и чувствовать. И у меня очень сильно болела спина, я даже не могла разогнуться, но, конечно же, от участия в концерте не отказалась. После выступления в гримерке Евгения Семеновна подошла и хлопнула меня по спине со словами: «Молодец!» И я как вскрикнула от боли, а она в изумлении говорит: «А что случилось?» Ну, я, конечно же, ей рассказала, и я думаю, что она оценила мою стойкость, что я, несмотря на физические боли, вышла на сцену и спела так, что сама Мирошниченко меня похвалила и сказала: будешь жить у меня, в общежитии тебе пока нельзя. И это было незабываемо. Вечерами она показывала мне фотографии, мы очень много общались и о работе, и о личной жизни. Она давала советы, которых сейчас мне так не хватает. И в молодежной программе Большого театра, где я имею честь работать, были ее ученицы, ее выпускницы. Например, Ульяна Алексюк, которая сейчас работает в Германии. И Ульяна мне очень много рассказывала о ее методах, о ее человеческих особых красках. Потому что человеком она была очень импульсивным, прямым и в то же время обладала огромным сердцем, открытым для своих учениц. Она их и подкармливала, и жалела, и ругала. Но все как принято в нашей музыкальной и вокальной школе. Своего рода в классе была семейная обстановка. В этом были свои плюсы и минусы, но я считаю, что плюсов намного больше. И Ульяна Алексюк, между прочим, участвовала в премьере Руслана и Людмилы Глинки, и этим спектаклем открывалась историческая сцена Большого театра после многолетней реконструкции. Когда Евгения Семеновна узнала, что я подписала контракт с Лейпцигской оперой, она подарила мне клавир кавалера Роз, Розенкавалер. Эту оперу мало кто знает в Киеве, но здесь, в немецкоязычных странах, это настолько популярная опера. И мне посчастливилось даже петь отрывки из этой оперы в здании, которое вы видите за моей спиной. Это, безусловно, очень ценный подарок, хотя тогда я не понимала всю ценность этого. И сейчас, конечно же, я мечтаю спеть эту оперу с мыслью о моей прекрасной учительнице Евгении Семеновне Мирошниченко. Она заведовала кафедрой уже после нашей народной артистки, потрясающей колоратуре Елизаветы Ивановны Чавдар. И уже занималась больше со своими студентами. Несмотря на это, все равно находила время всегда вспоминать обо мне. Например, у нее были несколько сопран. Все время звонила мне, говорит: давай, Гизочка, зайди. Что-то не получается с этими сопранами, подскажи что-то. Но другой я бы никогда в жизни этого не сделала. Но я с удовольствием пришла, потому что меня тоже увлекала именно работа с учениками, и я с удовольствием приходила. Ну и, конечно, когда пели сопрано, и я моментально смеялись оба, и я говорю: Евгения Алексеевна, вы забываете, что они не колоратуры, это сопрано, у них дыхание совершенно по-другому должно быть, потому что объем звука должно быть другое. И, конечно, она, как всегда, когда мы говорили о чем-то, она говорит: о, Господи, ну, конечно. Она у нее была такая привычка. До сих пор не верится, что ее нет среди нас, потому что, слушая ее пение, она сразу оказывается рядом, а это, на мой взгляд, самое главное. С огромной благодарностью и любовью я вспоминаю Евгению Семеновну. Она была не только выдающейся певицей, но и незаурядным человеком. За те более 20 лет, что мы вместе с ней работали, было очень много разных ситуаций. Но когда мы оказывались на сцене, каждый раз я снова влюблялась в ее голос. Личная харизма покрыта ее незаурядной личностью, которая ей позволила, в общем-то, с той точки, в которой она находилась, сельская девочка, воспитанница системы трудовых резервов, подняться на вершины оперного искусства. Несмотря на уникальный талант, Женя очень человечная. Она хорошо относилась абсолютно ко всем, будь то мастер маникюра, будь то парикмахер, будь то таксист, всегда давала всем щедро чаевые, и могла общаться с людьми на их языке. И она была такая светлая личность. К ней стремились абсолютно разные люди. Вокруг было очень много гостей, ее приходили и навещать, и студенты, и коллеги. Очень много было людей, которые стремились быть рядом и получить эту частицу солнечной энергии, которую она дарила своим зрителям, своим друзьям. Прекрасное впечатление, и человеческое в том числе. Очень мягкая, воспитанная, добрая женщина, оставляющая неизгладимые впечатления после общения с собой. Так что все самые восхищающие слова принадлежат именно ей. Светлой памяти выдающейся украинской певицы.